Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На 6-й чемпионат России по КПР бразильскому боевому искусству в Самару приехали лучшие спортсмены страны. В столице 63-го региона такой грандиозный турнир проходит впервые. Традиционно бойцы собирались в Москве. Игру, так называют свои поединки КПРисты, 12 сборных команд оценивали бразильские судьи. Самый почетный из них – чемпион мира Алешандро Тасу по прозвищу «Гора», которому он обязан большим ростом. КПР – это боевое искусство. Если кто думает иначе, расскажу историю. Я попал в автоаварию, и парень вышел из машины с мачете и замахнулся на меня. Я его ударил, и человек упал. Я спросил его: «Ты хочешь продолжить игру?» Парень ответил: «Спасибо, вопросов больше нет». Посмотреть на российских КПРистов приехали американцы, французы и жители Ближнего Востока. Ведь на ринг выходили чемпионы страны и мира. Я когда начинал заниматься, я тоже сначала думал, что это танцы. Но вот говоря просто... Это танец до тех пор, пока ты уворачиваешься. Как только ты не увернулся, тебе прилетело. Кто увернулся от ударов и показал пластику и акробатику высшего пилотажа, получил заслуженные награды. Самарская команда завоевала 11 чемпионских титулов. Одну серебряную медаль и 3 бронзы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.